рассказать про перфоратор SDS Max от фирмы PIT. Марка называется PPH40C2. Позиционирует себя как профессиональный инструмент. Повелся я на него тем, что заявленные характеристики очень крутые. То есть среди своих, там, допустим, аналогов Bosch и какого-нибудь там DeWalt, скорость вращения в два раза выше, частота ударов в два раза выше и мощность двигателя 1,6 кВт против там, ну, около киловатта, кило-100 аналогов своих европейских. Однако по факту, исходя из опыта, короче, как вот по сырью я, скорость и частота ударов, ну, точно такая же. То есть, если сравнивать с европейцами, ну, это один в один. Вот, то есть, ну, вообще, абсолютно точно так же сверлится, как все другие в своем классе. То есть, каких-то супер преимуществ нет, китайцы, как всегда, немного обманули. Корпус из металла сделан, виброгашение, ручка есть. Ну, я бы не сказал, что он легкий, по массе точно так же, как и все. Единственный недостаток – это короткий провод. Вот. А так, за свою цену, ну, по надежности я уже не раз пользовался, мне нравится. То есть, какие-то года он служит, может быть, не так, как европейцы, но, однако, цена, то есть, я его за 13,5 брал, а европейцы сейчас, ну, 50-60 тысяч стоит, то есть, там, в 5 раз разница. Лучше вам на всю жизнь хватит, если вы 5 штук таких купите за всю жизнь. Вот. Вот такой вот перфоратор, побурил я, все отлично будет, все хорошо, думаю, служить будет нормально. Так что, кому надо, кто интересуется, берите, денег своих однозначно стоит более чем. То есть, если выбирать среди европейца и ПИТа, я однозначно возьму ПИТ. Он у меня, если даже там через 3-5 лет сломается, я не так часто им работаю, если даже через 5 лет он у меня сломается, я его просто выкину и куплю новый и не буду заморачиваться. Много вариантов есть, там, допустим, европейцев, там за 16-17 тысяч взять бэушный, но какой возьмете, так вот мешки. Сейчас их ремонтируют, китайские детали ставят, и они там через буквально там максимум полгода летят. Это же новый аппарат, дешевле даже, чем бэушный. Вот такое вот видео, ребят. Спасибо большое за просмотр. Всем счастливо.